Приветствую вас. И знаете, понятие чудесный, незабываемый, яркий — это очень хорошие слова. И вы молодец, что хотите это сделать. Вы молодец, что стремитесь к этому. Вы молодец, что озаботились этим, что стараетесь что-то предпринять. Вот на ресурс к нам написали. Видно, что заботитесь о мужчине, значит, своем, вот, в котором у вас отношения. Здесь можно вам только выразить уважение, вот. Но проблема заключается в чем? Проблема заключается в том, что вот это понятие, за которым вы говорите, это понятие, оно у каждого свое. И если вы говорите, что хотите, чтобы это все было чудесно и незабываемо, да, то вы говорите не только о себе. Вы говорите не только о своих желаниях каких-то, но вы говорите еще и о том, чего хочет мужчина, о том, что ему нужно, о том, что он желает. И, соответственно, исходить вам для того, чтобы добиться своей цели, нужно именно из этого. То есть исходить нужно из того, что нравится мужчине. Вот какие у него предпочтения. Например, мужчина любит больше там-там, или мужчина больше любит романтику. Мужчина больше любит строгость, или мужчина больше любит там свободный, например, стиль. Да, то есть я имею в виду в одежде. Мужчина любит там что-то еще. Вот, вот именно исходя из этого, исходя из того, что мужчине нравится, вам и нужно будет подобрать оптимальный вариант для вас обоих, чтобы иметь непосредственную возможность доставить друг другу удовольствие. Потому что вот по-другому, у вас, к сожалению, я проверить просто не получится. Ведь вы говорите чудесный, яркий, незабываемый. Хорошо. Ну как этого достичь? Только зная желание мужчины. Только зная, как ему нравится. Опять же, вы касаетесь вопросов секса. Секс тоже бывает раз. Бывает секс такой, что мужчина, например, доминирует. Бывает секс такой, что женщина доминирует. Бывает секс такой, что как бы все происходит постепенно. Бывает такой, что происходит быстро. Я имею в виду стремительно. Бывает такой секс, что мужчина как бы к женщине пристает. И она его отталкивает как бы. Ну, как бы не желая его, как бы дразня, а он ее вот добивается, и в итоге она как бы сдается. То есть нужно понять, что вашего мужчину заводит. И только поняв, что его заводит, вы можете рассчитывать на то, что у вас получится все, как вы говорите. Я не стану вам здесь советовать быть собой. Правда, не очень понимаю, почему это пошло, но это уже исключительно ваше право так считать. Вот. Этого в любом случае говорить не буду, потому что нужно понять, чего хочет ваш мужчина, исходя из этого уже думать, что из этого можно притворить вам. Ну, понятно, что все желания мужчины не всегда
Можно реализовать не всегда и не сразу, но определенно какую-то часть вполне. То есть это вот то, что я вам хочу сказать. То есть не быть собой. Это вы уже можете потом быть собой, когда более-менее друг друга узнаете, и когда это уже будет у вас, когда вы будете только познавать друг друга, да, вот. Это потом будет. А сейчас ситуация немножко другая. Вам сейчас нужно понять, чего мужчина хочет, если вы преследуете цель значит, как-то вот его порадовать, сделать, значит, вашу, первое вот времяпровождение в интимном ключе ярким, незабываемым и так далее. Вот. Просто-напросто попробуйте поговорить с мужчиной о том, что ему нравится, в том же сексе. Вот. Естественно, косвенно, естественно, непрямым текстом. Вот. Но узнайте. Постарайтесь, по крайней мере, это узнать. И вот тогда вам будет и понятно. А еще лучше, именно к сексу не переходите. То есть начните своего мужчину соблазнять. Потихоньку, как бы невзначай. И посмотрите, что его заводит. И, собственно, это вам тоже сыграет на пользу. Я надеюсь, что на ваш вопрос дал ответ, который вас удовлетворит. Понимаю, что, наверное, это не то, что вы бы хотели услышать, но и вы тоже поймите, что что бы я вам здесь ни сказал, и что бы вам ни сказал другой эксперт, какой бы то ни было, все равно все упирается в то, чего хочет мужчина, и что ему нравится. Вот, например, знаете, какая ситуация может быть? Вот вы, допустим, купите платье, красивое, там, элегантное платье, вот. Допустим, там, синего или зеленого цвета, или красного. А выяснится, что мужчине этот цвет не нравится. Ну, просто вот не любит он этот цвет, и все. И понятно, что платье хорошее. Вы в нем смотрите прекрасно. Но из-за цвета, из-за вот этих особенностей, все пошло наперекосяк. И вот этот момент надо исключить, чтобы ваши усилия, они не пропали зря. Чтобы вам не было обидно, чтобы вы не были разочарованы. Понимаете? Для этого исходить нужно именно из того, что нравится мужчине в первую очередь. И вот если вы это будете делать, то у вас будет абсолютно беспроигрышная ситуация. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.